Что будет, если объединить FM и FIFA? Полная хуй. Да нет, дорогие друзья, лысеющий мужик совершенно не прав. Получится великолепная игра за 2000 рублей с хорошими отзывами. Называется Социоблядский Сокер 24. Давайте-ка посмотрим, что это за мутант. Нифига себе, я читаю рэп. Современный музон. Кей-поп? Не знаю, не разбираюсь. На авторский не попадешь, но скорее всего расстреляют за авторские. Слушайте, за саундтрек уже хочется поставить, что называется, плюсик. Уже звучит молодежно, современно, нереально, феноменально. Хоть кто-то в мире эту игру стримил, хоть раз мне интересно, у нее 14 подписчиков на Твиче. Даже аватарки у игры нету, к слову. Может, нажмешь вход? Захочу, нажму. Захочу, не нажму. Может, мне Сенси нравится. Может, мне у него охуительное ухо. Сын, это ухо. Это ухо всем ухом ухо. Вот сейчас, ребят, повнимательнее. Редкий гость на моем канале. Реклама. Нижний Фифер, телеграм-канал парня, который 20 лет подряд плохо играет в фифу. Это он мне сам сказал. В этом дневнике он показывает, как везет или не везет игроку, сидящему в 9-7 диве и не играющему в ВЛ. Если хочешь спокойно обсудить игру, поделиться дропом среди адекватных людей, тебе сюда. Нижний Фифер, стремление быть выше. И, кстати, недавно ему выпал Мбаппе. Ну, так вот повезло, да. Ссылочка в описании. Да, эти арты прикольные, ветеран. На Галактионова похож. Только чутка подыстрепанного. Это Дензел Вашингтон в очередной части этого эквалайзера. Уравнитель, это как его? Испанский. Картошка. Вожак стаи. Даже это Капелкин. Маэстро. Элита. Это я не знаю кто. У него виски в очках налито. Это какой-то специалист. Саф. Ну, очевиднейший Саф. Блин, ну они все старые. Вот реально, что они такие все старые? Ну, вот это еще более-менее, и то ему лет 45. У него какая проплешина между пробортом. Как будто Моисей как будто развел волосы в разные стороны. Это Руни, мне кажется, еще через лет 5 примерно. Ну, да, это неплохая. Ну, блин, она похожа на AJ Applegate. Жестокий... Вот это хорошо, кстати, мне нравится. Еще в очках. Блин, ну неудачник, ну какой я? Ну, я же не настолько все плохо. Блин. Хотя он за лысинами в очках. И в белой кофте. Блуд. Попробуйте его в деле. Так, новичок. Как будто бы... Это что вообще? Я думаю, это сложность. Но нет. Хотя намекают, что я новичок. Но я возьму все-таки жестокого тренера. Бьет лежачих нормально. Но это не жестоко, это просто по-мудацки скорее. Англия Б. Англия С. Блин, даже хуже, чем в Pro Evolution. Манчестер Ред. Блядь, где же я это? Голый... Там, блядь, голый мужик на эмблеме. Это что за пиздец? Голый мужик без хуя на эмблеме. Круто, они придумали. Не, ну клубов очень много, очень много. Вот она, Россия, Грозный, Калининград, Москва, КС, Москва, БГ. Москва, БГ, это Динамо, наверное, да? Локомотив, Крылья, Краснодар, Воронеж, Оренбург, Нижний Новгород, Ростов, Казан, Санкт-Петербург, Екатеринбург. И, в общем, все есть. Ну это какой, получается, сезон? Прошлый сезон, когда Сочи были еще вышки, да? Бля, когда не кончится, я уже устал, честное слово. Да где? Я не вижу никакого анала. Где вы? А, вот здесь вот. Господи. А кто эти люди, мне интересно? Ну, судя по фотографиям, это реальные, ну, типа, это реальные люди, наверное, я не знаю. Дайте я гляну. Блядь, кто такой Дензел Гравенберг, например? Стоп, а если, блядь, а если я выберу мадридский Реал, я буду за тех же футболистов играть? Не, слушайте, Йордан Тель точно футболист настоящий, потому что я помню, что он был у меня... В Солфорде. Это точно, это настоящие футболисты. Просто, интересно, если я возьму мадридский Реал, то...
Я полностью вообще вышел из игры. А в смысле? Все? А что, нельзя что ли пересоздать? Блин, это сурово. Походу игра одноразовая. Я хочу... попробовать другой клуб. Есть трофей. Бля, это какая-то лудилка, что ли? Как мобильная игра, что ли? Что это такое? Это вот, типа, ежедневные заходы. Как она может 2000 рублей стоить, я не понимаю, если это просто мобильная игра? Седьмого мая. Ладно, давайте карьеру зайдем. Яспер Макглот выпал. Он скоростной. На геймпаде? Так, стоп, блядь, это не... это... Используйте джойстик. На геймпаде? Хотя всякого, конечно, ожидал. Но я к этому не подготовился даже, если честно. Я не был готов, дорогие друзья, к такому повороту событий. Я все ожидал, но... ну, графон, конечно, мое почтение, блядь. Я... ну, господи, это ж как браузерная игра. Ужас. Вы можете снять настройки управления, настройки через... о, вот еще что. Нажми на чат. Так я с ботом играю, какие нахуй эмоции? Или не с ботом, я с ботом играю. Так, и че? Ебать. Бля, я, конечно, не хочу. Красная! Там мужик с пивом меня удалил. Некомпетентен вообще. Я, конечно, не хочу делать выводов заранее, но как будто бы игра говно какое-то. Но при этом в Стиме отзывы хорошие. То есть что-то в ней есть. Ну, блядь, за 2000 рублей. Ну-ка, это удар? О! Гол, ёпта! Стиви Мэй! Пиздец. Рожи полетели. Он смеется. Надо мной смеется неудачник. Я хочу, ну, с человеком сыграть реально. Два игрока. Блять, не то. Не понимаю. Онлайн 0. 58 тысяч в игре. В FM24. А вот в этой игре онлайн... центр сообщества. Бля, получается ноль. Трейлер такой веселый. Типа люди играют и веселятся, пиздец. Да уж. Easy to play. Блин, я в ничью сыграл. Более 1000 команд. Там Беллингем есть, Модрич. Добраться бы до них, да. Криштиану Роналду 80. Ууу, 80. Заметьте, ни на одном кадре не показывают, что они реально в это играют. Они просто геймпады в руках держат, скорее всего, даже не включенные. Мультиплеер. Нету ни у кого этого аккаунта с этой игрой. Может, сыграем? Один на один порубаемся. Блин, девка им даже забила, смотрите. Они же реально играют в выключенные геймпады, блядь. Сколько игра в долларах стоит? Не знаю, 2000 рублей она стоит. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox.
Я не знаю, как это сделать, я понять, негр, смотрите, такую игру, никто не пострадал, тонкость есть, возможность сделать лиги и кубки с клубами национальными, это хорошо, есть режим карьеры, и работает, сколько раз я пытаюсь запустить его, он в главном меню заставляет меня делать только кубки или так, сейчас это мы проверим. ЦСКА, если я играю с Эшбертон Грувом, Дэдди Роб, ну, вряд ли я играю с реальным человеком, я очень там сомневаюсь, что... Я не понимаю, я не могу себе представить того, кому эта игра может понравиться. Допустим, если ты ребенок, и ты, ну, вообще ничего не видел в жизни, там, ни фифы, ни песа, тебе там 3 года, такой, ни хрена себе, люди бегают по полю. Может быть, ну, откуда у него 2000 рублей и комп у такого пиздюка? У него максимум, может быть, соска. Да, блядь, да и футбол лучше, чем эта игра, будем честны. Кто это вообще покупал эту игру, блядь, за 2000 рублей? Ну, тот, кто мне дарил эту игру, бедолага. Пиздец. В этой игре просто нет нихуя. Вместо карьеры какие-то матчи латунного дивизиона. На эту игру есть какой-нибудь обзор на ютубе? Погодите, ну... Что за чушь? Может, я что-то реально не понимаю? Так, обзор на эту игру. Ну-ка. Ребята, я сейчас в метро, короче, зашел. Все люди уехали, я сейчас, короче... Я не знаю, чё, как быть, ребятишки. Подожди, ребятишки. Ребятишки, движение пошло, ребятишки. Я уже не могу ничего делать, ребятишки. Пневма пошла. Еба, ребятишки, метрополитеновский 156-го горячий. Нет, не то. Там, когда в лигу еще 201 балл нужно набрать. 16 баллов за победу. О! Тут, к сожалению, не подвезли, а это лицензию. Гела Юршев, Дмитрий Учуров, Саслан Пахмутов, Зивон Батурин, Андрей Струков, Йосеп Апакидзе, Дмитрий Кочкин, Алексей Жариков. Они все угорают. Артур Швагерев. Мне кажется, я играю в эту игру, заболел мне что-то. Ну, пиздец, Рональдо. Фелиш. На все пока что неплохо. Последнее место в группе. Блять. Ну я стараюсь. Антон Семен. Типа я просто нажимаю, видимо, только удары, я не знаю. В нужный момент. Они сами бегают по полю или что? Вроде подкатывают, что-то делают. Ну-ка. Ну. Ебать, сейчас геймпад запердел. 1-0. 1-1, в смысле. Денис Хромых. Хорош. Так, считаем раз. Нам нужно обыграть Уругвай. А Гана должна проиграть. Хотя бы в ничью сыграть с Португалией. Ну, слушайте, шансы есть. Ну! Ну! Так. Так, зафиксировали. Александр Мамин, наша звездочка. Ну! 2-0, ребятки, 2-0. Ну, слушайте. Команда совсем по-другому заиграла. Под моим, именно что, тренерским руководством. Я тренер, понимаете? Я тренер. Так, мы играем с Бразилией. С Бразилией. Пиздец. Анатолий Зотов. Обоссаны вообще. Я играю одной рукой, а почему нет? Мастерство, что называется, позволяет. Даже могу без рук играть, смотри, без рук. Я даже могу уйти, смотри. Блин, да что такие соперники тяжелые, блин, Англия. Ебать. Что-то слишком оно вибрирует. В
просто ебут. Александр Мамин, будущая звезда футбола. Блять. Это что за хер забил? Конор Галахер. Да, блядь, да почему пихают самых сложных сопов? От Португалии я играл, тут я стал тренером. Я занял более важную позицию. Вот стоило только об этом сказать, и сразу же Дмитрий Грунин мастерски закидывает за шиворот. Блин, у этого судьи лицо, как у чувака, который был в этом, в каламбуре из крутого пике. Диспетчер, он себе волосы рвал. Криповая была сцена. Вообще мне каламбур казался очень страшным в детстве. Вообще не смешной. А теперь крутое пике. Еще это музыка, это мисс Бурпл в роли мисс Мурпл, это радист Морзе, жесть. Нет, радист Морзе это другой был чел, а там вот именно был диспетчер, который был в заставке, он на себе волосы рвал. А потом на них смотрел, что он их оторвал, блин, очень стрёмно мне вообще. Короче, мне каламбур вообще не нравился. Ну, как бы я его смотрел, потому что не было выбора, был один канал в 90-х. И когда шел каламбур, ты смотришь каламбур, но он такой был криповый. И вот крутое пике самое стрёмное. Это вот смех командора еще после каждой шутки. Ха-ха-ха-ха. Потом еще в камеру смотрит. К этому матчу что надо сам шли. Шли, пришли, но теперь... Ой, святой Бри. А почему он святой? Не понял. Почему она тренер от бога? Какой тренер она? Так, состав США. Фитцвильямс. Питрак. Понял? Мужики, ну... Такой путь пройти, чтобы проиграть американцам? Ни в коем случае. Не в этой ситуации. Нельзя. Сейчас американцам... Ни в коем случае нельзя проигрывать. Нас не поймут. Перекладина! Так, пока как будто мы не можем нащупать свою игру. Вот оно! Вот оно! Вот оно! Анатолий Зотов! 2-0! Боже мой, ребята, это же Анатолий... Одни Анатолий забивают. А мужики вон, блядь. Осторожно, говорит мне шишка, Блэйр Агильяр. Ну да, опасненько. Блядь. Ну где там на какое-нибудь награждение? Кубок. Все? Мы просто улетаем в космос, нахуй, от счастья. Я какую-то ветку, блядь, выиграл. Желтую, обоссанную. Это победа. Мировой чемпионат. Нет, игра полное говно, конечно. Пиздец. И мяч заберу с собой.